Артём, я уезжаю в магазин, вы сидите дома и никуда не уходите. Хорошо, мама, мы так и сделаем. Пока. Ваня, что, давай пойдем под поле заброшено его. Искать сиреноголового. Я хочу заснять на камеру и выставить в ТикТок. Мама же не разрешила. Да мы быстренько сходим, снимем, а мама ничего не узнает. И быстренько вернемся. Нет, я останусь дома. Тогда я слепо пойду. Так, возьму камеру, положу на место, мама не заметит. Ну вот, подошли мы к полю, ничего страшного. Пойдем в середину. С ним тихонечко. Еще один подходит. Кажется, они начинают теряться. Лея, давай я буду снимать на камеру. Смотри, заброшенный дом. Они идут туда. Давай ближе подойдем.